Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы затестить недавно появившийся релиз от CPI Strange Brigade, репак хата, почему бы нет, удобный бенчмарк, причем в игре представлен как DirectX 12, так и Vulkan. Давайте смотреть на производительность. Сразу же можно отметить, слева DirectX 12 на 500 мегабайт видеопамяти подъедает, даже местами будет и побольше. И плюс оперативный тоже побольше, мы это еще тоже чуть дальше увидим. Но это правда бенчмарк, то есть он может не совсем ситуацию отражает игровую, но вот именно нагрузка как DirectX 12, как Вулкана, можем посмотреть на систему. Время кадра примерно одинаковое, тоже ничего такого не заметил. Единственное, вот DirectX 12 система значительно больше подъедает. Само собой, там Windows 10, если что, вы захотите поиграть. Вулкан на семерке тестился. Ну и вот система на DirectX 12, вот основная особенность, это подъедает значительно больше видеопамяти и оперативки. А так примерно одинаково. По FPS сейчас итоговому мы увидим среднему. То система на Вулкане 69, средний FPS внизу, а на DirectX 12 71. Хотя первый раз, когда я тестил, было 75, даже 74. На 5 FPS был прирост на DirectX 12, в этой игре, по крайней мере. Дальше давайте посмотрим, что же у нас реально в игре, как вообще ведут себя системы. Ну и время кадра, соответственно. Примерно то же самое, можно сказать. Единственное, вот можно сказать, что, ну хотя тут временами, то есть временами где-то там больше FPS. А так, по видеопамяти в самой игре, как мы можем заметить, примерно одинаково. 4 DirectX 12, 3900 Vulkan, оперативки 10 и... почти 9 получается. Ну вот оперативки все равно больше подъедает DirectX 12. Ну может быть там из-за десятки, потому что там же может быть сама система больше подъедает. А так по FPS, по стабильности, наверное, примерно тоже одинаково. Можно, конечно, присматриваться с лупой там. Ну примерно DirectX 12 хоть и больше подъедает, но как-то, наверное, повыше FPS. Может быть, даже постабильнее, по крайней мере, в этой игре. Такого какого-то явного преимущества в той или иной ситуации я особо не заметил. Может, вы что-то видите посерьезнее, поэтому можете отписать. Может быть, еще Вулкан, он видно, что чуть меньше видеокарта прогружена. Может быть. То есть, если бы проц больше подразогнать, может быть, и получше было бы в этой ситуации тоже, как бы... Это уже для более подробного изучения. А так, кстати, вот в этой уже ситуации видим, что DirectX 12 уже 5,5 видеопамяти, а на Вулкане 4,6 на гигабайт целый. То есть, как видим, как минимум, и оперативки, смотрите, на 1,5 гигабайта, да даже на 2 гигабайта Вулкан съедает меньше. То есть, как минимум, Вулкан экономит сильно ресурсы. И, возможно, если бы я еще FX больше подразогнать, ну, даже не больше, а помощнее проц, то, может быть, и получше бы Вулкан здесь раскрылся. Но именно с таким процом вот такая вот ситуация. Ну, любопытно. То есть, Вулкан значительно экономит здесь ресурсы. Пишите тоже в комментах, что вы заметили, подметили, как считаете, конкретно по этой игре или вообще каковы особенности Вулкана и DirectX 12, пишите. Ну, это одна из ситуаций, вот такой вот тест, достаточно любопытный. И, как видим, FX продолжает тащить. Все, все ссылочки в описании, там всегда оставляю что-то интересное. Давайте немножко экшена.